парке Степанова в скором времени можно будет прокатиться на колесе обозрения. Его устанавливают справа от центрального входа. Монтаж аттракциона выполнен уже на 75%. После того, как сформируют круг, предстоят работы по подведению электричества и благоустройству прилегающей территории. Подготовят площадку, сделают дорожки. Стоит отметить, что в советские годы в парке Степанова было колесо обозрения, причем гораздо большего размера, чем сейчас. Устаревшую конструкцию давно демонтировали, а на ее месте теперь расположена площадка для занятий экстремальными видами спорта.